нарушителем там судят устав, у нас устав считают. Ну что так коснулось, тоже ударит колокол, она уши затыкает. А это уже признак одержимости бесовской, это не годится. Колокол когда? Колокол убивает микробы. Разные чашечки петли устанавливают, даже холера, чума убивается. Почему? Когда эти эпидемии были, колокола звонили везде. От этого особая волна на волну накладывается, и микробы погибают, сворачиваются. Это опыты уже проделаны многократно. И поэтому, что на тебя как-то влияет отрицательно, на сатану влияет, а церковь всегда с колоколами была. Да мало того, что такой трезвон, да малиновый звон говорит. И какие колокола были? А ребятишкам это занятие. Заразного ничего нет. Вот она какая. Да, из бани еще и веники. У нее что, вот эта кофта, вот эта, то щеки одинаковые. Пойдем, да. Одинаково светимся. Я говорю, молодец, терпеливая девочка хорошая. Спасибо, Господи. Большое всем спасибо. Вас спасибо, Христос. Храни вас. С Богом. Максим-то сколько у нас был? 4 года. Это вот он вырос, да, старший сын. Средний Максим. О, Саня, да ты пахнешь. Старший вот. Жалеем, что старший не побывал. Вот, вот, вот. Можете поехать ненадолго хотя бы глянуть, как мы построили. Вон, конкретно стоит видно. Вон трактор, а прямо на трактор смотреть. Там у нас такие сооружения были брали. Это вот там костер у вас был, да? Да, большой. Он там и сделал. Теперь мы сделали отдельно туалета. Не было у нас, сделали. И удобно просто взяла, она хотела, удовлетворить ее. А вот там, кстати, дорожка, и сразу поворачиваем. А то опускали. Давай. Папа будет париться. Ты парилась? Да. Да? Котята подросли. Ой, не узнаешь. И котята, и козленок, все выросли. Мы до костра пешком сходим. Да, еще вот туда. До костра пешком сходим? Купаться, да. Ну давай сумку туда положи. Ну все, ты закрыл сумку. Ну пойдем. Пойдем, мы пешком туда сходим. Да, сходите, конечно. Все равно, пока вас женщина переодевает. Я пошли на костер. Ну все, я шарика беру. Домой.